фаза, когда начнется, чтобы было много профитнее. Но... Да не, лучше сохрани его, ну типа используй сейчас, а потом типа уже будем по тактике просто делать и все. Ладно, ну, сейчас давайте. Довольно неплохо первая фаза. В плане взрывов довольно быстро было. Сейчас линканите по звездам, кто бил. Так же, как в прошлый раз там два били, сейчас три, да? Со скады линканите. Ну, за танка я точно не буду сейчас на ВСУ. А кто там есть? Райс. Потанчит, наверное. С паладином. Давай, 5% крита теряется, если Райс танчит. Ну, вариантов нету. Ничего страшного. Надо выжить. Так нам не надо выживать, у нас все нормально. Просто у нас люди, не знаю, что они делают, они просто не бегают в метки, просто заходят в портал и дохнут. Вот и все. Ну да, в РТД, кстати, сейчас появились странно три метки, это очень криво. Если ты хочешь... У нас есть два ДКшки. Репаты и Пирекс. Может, давайте вы спекнетесь? Рос. Да, ну Пирекс хорошо будет, ДК выживаемость хорошая. Пирекс кару танчит. Тут танчить-то не сложно. Ты ему просто санонишь, там застакает. За ДКшку удобно, причем. Да, удобно. И ЛПшка ему... А 5% ему... крита жалко. Да, ему удобнее будет, чем про товару. Ну окей, пускай танчит. Давай, Пирекс, ты в танка. Райс, оставайся. Сейчас паладины прожали на появлении трех созвездий БЗ. Хули пала. Ты шиш, Дон-то не лучше ли этого хрипатого поставить? Он-то здесь танчил, а Пирекс нет. И дайте ассиста на войду. Мне все равно, лишь бы кто-нибудь из них спрашивает. Не сложно. Хрипат, давай ты тогда, если ты танчил десяточку. Точно, ты же десятку танчил. Он 25-ку, по-моему, танчил. А, и даже 25-ку танчил. Значит, Пирекс и ТД, хрипат и в танка. И тогда давай ты первый начнешь. Да, ДКшника больше. У Роза было больше времени, но все. Если у кого-то КЖФка есть, выбивайте рецепты с ледяной короной. Там защита от тьмы. Есть очень здравая такая чарка. 105 защиты. Так, хилы у всех сопроты? Пойдет. А тебя неутомимый вроде не пробивает или пробивает? Донт, дай ассиста. Он говорил, что он... По войду ассиста, дай. Зоркий у вас просто РДД водит? Угу. Давайте треугольник. А крестик на ханте это что? Это чтобы в черные дыры заходить за ним? Нет. Я не знаю, зачем крестик на ханте. Чтобы просто типа хантам было удобнее бегать. Ладно, хорошо. Да. Звезды били Донт и второй крестик. Три ханта. Три ханта. Так. Романов по боссу будешь играть, а Невер с Донтом будете со мной играть по звездам. На звезду, которую я буду бить, буду ставить звездочку. Бьем по очереди. И как можно быстрее. Краш-тест в Диси. Сова, давай черепок. Его лучше здесь видно, чем звездочку. Не, пускай звездочка, нормально видно. Этот самый краш-тест, я тебя попрошу кое-что, в каком ты там спеке? Дестрик. Короче, из ротации, ну, наверное, один каст, то есть из пепеления кастуешь, повернешься, один каст звездочку дашь, чисто помощь нужна, чтобы зерк какой-то был. Полюшка, если что, по возможности, ты кто, Афлик или Дестрик? Да тут все дестрики, не короче, тоже. Короче, просто одно испепеление звезды ебашит или что? Полюшка, ты жертвенный, кинь на звезду, вот, которая актуальна, которую бьем. Задача убивать звезды за 7-8 секунд, максимум 10. Если больше, то времени очень хуево будет. Смотри, ты будешь анонсить сакра, да, кто дает в какой очередности?
У вас 4 сакры, да? Протопал. Да, 4 рыба, сакры и мастер ауры есть. 2 хулипала. Хорошо. На первые 2 не будем давать. Потом, когда появятся живые созвездия, мы будем третью взрывать. И тогда я уже скажу. Первый протопал, второй ретрик, третий корнеас, четвертый шова. Буду говорить первый. Цифры вы свои помните. Второй ретрик, третий корнеас, четвертый шова. Задача Романов только по боссу играть. И вообще Романов тоже играй по звездам. Чем быстрее убьешь, чем быстрее в босса освободишься. Все три ханта и сова играем по звездам. Проверка. Кто первый танчит? ДК. Хрипатый. Дон, готов? У Дон-то вопрос. Да, готов. На пол Хрипатого. Хрипатый, стань печеньку, печеньку. Так, на себя квадратик дал, чтобы видно было, если что, куда я бегаю. Бля, они на пол меня отдали. Просто гении. Не парьтесь, типа спамить будет такая, ничего страшного. Ребята, забирай с меня, забирай с меня. Поехали, зайдем. Разорвать ее за 7 секунд. Все, кого просили. Кара, бегайте. Следующее, поехали. Еще быстрее. Рейд фуловый уже. Время захиливать есть. Отлично. Следующий, поехали. Эршам или Элем какой там есть в рейде. На взрыве. Прокастовывай этот. Скара, бегай, Мельзона. Прокастовывай пару цепух. Созвездия пошли. Следующую убиваем. Давайте на фул захиливайте. А, вот тут хуёво. Так, флеш, невер. Сразу давайте упадем БР, не будем давать. Заходите в дыру, босс сейчас исчезнет. Просто в дыру зайдите. Просто в дыру подойдите. И танки так вот быстрее исчезнет. Он еще, наверное, историю рассказывает, чем, да, после этого просто большого. Не, вроде не рассказывает, что он первый раз вижу, чтобы так стоял, обычно сразу и выйдется. Не все сразу зашли просто. Не-не-не, после того, как все зашли в дыру, он же кастует вот эту свою обилку, которая всех убивает. И после нее он какую-то историю говорит. Протопал, ты, короче, свой священный щит, если есть какой-то макрис, если через воду играешь, кидай на этого, на Эршаму. Паладины. А у Эршамы этот таланты через этот, понял? Через тотем. Когтей. Ну, у нее есть этот. На всякий случай это получше будет. Танка здесь танка не шотнет. Не, я может лучше на Эрдружку. Или на Эрдружку можно. И вообще приоритет по хилам Эрдружка, когда вот эти созвездия вылетают. На шамана там или на себя на стака жизненный цвет. Ну, паладины на себя священный щит, чтобы поменьше вам пичка пришла. Ну и основная фигня, вот когда вот эти три созвездия появляются, это 50 на 50 отдаете. На следующий раз уже сокруг какую-то будем давать. Даемся? Да. Ханты, сейчас внимание, на пул в Хрипатова. У нас хуйня с напулом получилась полная. По ССам давайте, Полюшка, будешь кидать на Корнеса всегда. Да, это мягко на Шову. У Шамана пока вставалка есть. Дрищ. Давай на Идеального. И краш-тест на Войда. Вдруг сдохну. Можно было просто сказать, Дрищ Идеальный. С четвертой поторопились. Рыба есть? Да, стоит. Дрыщ идеальный, меньше 3. А теперь линканите по звездам. Ну, ставим мелих, по сути.
Так, вы помните этот? Я первый, Флэш, ты второй, Корнеас третий, Шова четвертый. И плюс у Корнеаса еще есть мастер Аут. На первые две не даете звезды взрыва, на третью, четвертую и все остальные даете. То есть третий взрыв, третий звезды поехал, протопал, четвертая звезда Ретрик. Следующие четыре появляются. Первая Корнеас, следующая. Каски на рейду нету. Каски Шова бафают. Заходим, кто забафанный, заходим. А у кого таймер перед суровым есть, перед тем, как босс начал кастовать, за 5 секунд скажите рейду, чтобы рейд глазами нашел черную звезду, которую они закрыли. Кто-то спойлил. Все успели зайти, главное, что все тут были, внутри. Не все, одного нет. Не, Полюшка релогался в этот момент. Хорошо, бьем без Полюшки. Хорошо, бьем без Полюшки. Поехали. Бьем. На пул отдали в Крипатова все? Поехали, звезды. Максимально быстро убить ее. Больше времени на хилам будет, чтобы со всем справиться. Берегитесь. Кара отбежала. Кара перебежала. Так, ресую Унко вот этого. Сразу вставай, фулбаф. После взрыва. Вставай. Следующую поехали. Сейчас протопала Сакра. Готовься. Давай. Берегитесь. Созвездие Дефы прожимает. Со Шрипаткой забрал. Ретрик Сакру. Все, захиливаем рейд. Это вы от Сакры не отбежали, да? Умрете. Заходите в черную дырку. От Сакры достаточно... Нет, Сакра была... От Кары... Сакра была поздно. Да этот, там Кара. От кары, достаточно, от кары достаточно 15 метров отбежать, чтобы не словить дамага много. РДД зону даже на миле дамаги пробило, и потом две звезды и нас пошотало нахуй. Не успели нас, короче, прохилить до взрыва. Заходите. Давайте аппаратом сейчас пулами, мы второй раз пуляем, когда не нужно. Да как кто пуляет? Найдите мне этого человека. А да хуй его знает, я бы с радостью. Главное, в метках бегайте, которые РДД и милики. Бегайте в метках от кары. Я понимаю, но ты сейчас нам кару заспамил. Там, где мы перебегаем мили-кэмпом, ты нам заспамил там кару, и мы въебались нормально урона. Ну, нормально я поел урона. Вечер, когда начинать? Давайте флеш тогда поменяем на Гудлика. Флеш сокру даю. А сейчас все равно он уйдет. А, он уже уходит, он растворил его. Кто уходит? А, Гудлик тут. Кто там у нас еще был на замене? Сейчас найдем. ДКшник какой-то все был. Все есть. Пипега был? Ранжан. Нет, Пипега не было вроде. Хотя я не уверен. Гудлик здесь? Это тот самый Гудлик. Вон Гудлик. Ставьте рыбу и шкаф сразу. Кто там первый слогов добежит, дрищ? Не забывайте ДБМ пул. Пипега в горожане, насколько я вижу. Кто? Я успею минутку перекурить или нет? Да, иди минутку. Гудлик, ты тут? Давай, быстро. Да, он заходит. Ага. ГГСИ? Да, он ничего не знает, да, по-моему. Ничего не знает, да. Что за фурик у нас? 227-й. А, тоже в ульте. Его в руку, по-моему. Так, слушай, его в бро можем взять. Ты вот этот мистер Мускул, это походу этот, поезд. Да, это поезд.
Где мой брон? Тыкайте на смог. Написал. Флэш тут? Принимай смог. Флэш пишет по клавишам, не могу попасть, поменяйте меня. Да, некого. Думаю, его в бро добрали. Ну давайте смоньте его в бро. Три сакры осталось. После первого-второго даем первые два взрыва, а потом через один. Протопал, Корнеас и Шова через одну. Один взрыв даете, один нет. Тогда откадашиваться будет. Есть рыба. Вовбро в диси. Шаришь тактику. Кто готов, заходим в комнату. Вовбро, просто бегаешь за ромбиком. Все время бегаешь за ромбиком. Бег. Там в самом ромбике. Сова, давай с другой стороны начнем. У нас мелики переходят на эту сторону, мы им кару здесь вложим. Они приходят в кару. Вы бегут с кары. Ну, мне без разницы, с какой стороны. Зачем? Зачем вам урон вот этот просто лишний? Ну, типа, они начинают с правой ноги, перебегают на левую, потому что лутают кару под правую ногу. А у нас там лежит кара, которую мы приложили РДДшниками, которую звезду. Пирекс и Гудлик. Нам ничего не стоит просто начать с другой стороны. Да, с любой стороны можно. Это ни на что не повлияет. Да. Гудлика нету. Гудлик, алло. Ну, на босса 2 часа дают, обычно час по стандарту. Угу. Надо как бы постараться убить. Это приоритет. Хороший босс, интересный. Кары, три точки появляются красные на полу. И если вы отбегаете на 15 метров от точки, то урон уже по вам меньше идет. Если на 20, уже самый минимальный. По 1000 из 3 кар. Ухнулся. Блять, куда он застанулся? Напишите в DC. Гудрик, что у тебя? А, он написал, у меня крашнулась волка. А, ну сейчас зайдем. Когда засумонили. А, нет, наверное, Мангус не работает. А нахуй ты его поставил? Он красивый. Понимаю. Да, все настолько плохо. Тогда протопалом с Мангусом. Не, кстати, Донт, а почему-то он не палач? Да, берсерка зачем. Палач тоже можно на самом деле, но мне Мангус больше нравится. Вытягивание крови можно поставить. Так, нам нужен кто-то сейчас вместо Гудлика, он говорит, долго будет заходить без SSD. Кто на замене есть? О, нет, на замене. Какашки только если дуат. А вот ШП какой-то. ГГ-СНИП. Что за. Не, забей. Не, лучше не надо. ДКшка дуат. Да, давайте. Как раз Мелихаст, у нас нет его еще. У нас Энг. Пускай в Диз заходит. У нас Валк в Энхе, что ли? Mm-hmm. Ух ты, я не знал. Вопрос только один, нахуй, а главное зачем? Вас дамажит, пусть дамажит. Или ему фуболя бьют, ну ладно. Не, я самый дамажущий спек у шамана. А, один лок какой-то есть. Правда, сюда. Пиздец. На камень есть. Я присмонил, я нажал на сумму. А там не упадет? Он сейчас появится. Все, появился. Дуат в Диси. Нормально слышно. Да. У Лема две кнопки, а у НХ 15. Вот там. А так дамажит больше. Да, тебя слышно. Смотри, твоя задача бегать за ромбиком. То есть куда ромбик, туда и ты.
Ромбик, ага, нашел. Все, и в моменты, когда говорят, сошли все в порталы, заходишь в портал. ДБМ, не забудьте только, пожалуйста, умоляю. Ну, шаришь там. Шаришь там. Убивал этого босса 2? Нет, конечно. Я понял. Сейчас я поем, момент. Каску по ДК. Че, вода, рыба? Да, только каски не хватает и все. В общем, бегать за ромбиком, все прыгнули. Куда прыгнул ромбик, туда и я прыгнул. Да. Где после ромбик, того, как мы там в портале какую-то дичь сотворили, все вместе вышли, да? Еще последний не, чек будем пулять, давать. В портале ты просто бегаешь от мобов, стараешься не отбегать. Ну, за ромбиком, понятно. За ромбиком, просто бегаешь за ромбиком, бьешь босса. Давай да? ДБМ пул, Дон, все готовы. Давай. На пул в Хрипатова, пожалуйста. Блять. Кто разлил ложу? Это Невит поставил метку. Это не я поставил, алло, я стоял. Ну а как он у тебя пропнула трапу? Я не ставил трапу, не моя трапа была. Давайте, давайте, все, да. Бейте. Ну, ладно. Лишний разговор. Надо только по делу, если кого-то резать или еще что. Звезду поехали. Кара выходит. Кара перебежали. Да, услышал, давай пока. Взрываем. Идеально после этого взрыва сразу видны горы леса. Лесы. Сразу вставай. Фулл баф по нему, каску, вистобаф. Протопал сокру. Взрываем. Созвездия пошли. Блять, вы что, в каре стояли? Заходите, беру. Фейка полюшка. Просто стояли в каре. Ну по 3к это они не стояли в каре, это как раз 15 это. 15 метров где-то 3к. Это просто не прохил после этой. После взрыва. Заходить. Скажи, пожалуйста, да, я вот тебе говорил на прошлом пуле, что не стой с другой стороны. Зачем ты стал, заспамил кару для миников? Можно вопрос? Ну, вопросов к тебе нету, типа ты рейлишь и дела, но зачем ты стоишь? Кто заспамил? Сова. Ты заспамил, я тебе говорю, что зачем мы начинаем с той стороны, когда там туда приходят милики, чтобы убежать от кары. Ну, я как раз с другой стороны, я как раз с другой стороны начал. Да, в этом-то и проблема. Задний, где вы стоите. То есть ты понимаешь, что типа милики стоят с одной стороны, в них летит кара. Они перебегают от нее на другую сторону, где ты стоишь, и в тебя, вероятно, кинется кара. Я тебе говорю, что давай мы просто с другой стороны начнем, для нас это ничего не стоит РДшникам. То есть мы начинаем с правой ноги. Это кто говорит? А не слева. Донт? Это Донт, да, это Хелм. Давай это самое, смотри, вот так квадратик на тебя. Там будешь стоять, где ты хочешь. Нет. Начинать. Вот возле той звезды, которую ты хочешь, okay. И там просто начнем тогда. Да, зеркально просто, относительно центра. Не, я относительно, сейчас я возле ворот начинал, а сейчас сзади, то есть за боссом там, где вы стоите. Нет, ты сейчас стоишь, как раз виду, там на имел... стоял. Да, сзади, слева. Смотри, мы сейчас... А ты имел в виду слева, то есть с правой ноги босса сзади, да? Вот да. Смотри, мы стояли сейчас, где квадратик. И у нас милики, которые стояли в крестике, ловят там кару и перебегают в сторону квадратика, чтобы убежать, а там новая кара от нас лежит. Кара кидается в трех случайных до урона. Под ноги в трем случайным людям. Да. Чтобы не умереть от кары, надо просто отбежать от нее. То есть, ну понимаешь, если он типа если кары в крестике и в квадратике, им некуда бежать. Они в любом случае лутают урон. Есть куда бежать, комната очень большая. Давайте. Зачем? Они теряют ДПС. Сейчас, чтобы сейчас нам, ты типа, просто будешь делать, стоять. Надо просто.
все, везлично. Мы просто начнем вот здесь. Все это понятно. Просто. Смотри, вот мы просто начнем вот здесь. Квадратик на тебе. Квадратик на тебе. И без лишних вот этих напоминаний я просто вижу, где ты стоишь, там мы начинаем. Вот и все. Чтобы лишнего не было времени тратить. Вов, подбегай. Так проще будет. Там Шова написал, видишь? Чтобы слишком много не говорить. Понятно. Ну, раз Шова АФК, значит 5 минут перекур. Народ, а такой вопрос. А если вот вдруг, например, ромбик умер, когда нужно и в какой подход? Его переставят. Ты же он, ты волка используешь? Если вот ты умрешь, а не ромбик умрет. Короче, этот, если будешь пользоваться, неистовый вой убери, он в ККД уходит на боссов. Толп нет, а тут уходит. Ну, типа, это жесткий буст на самом деле. И мне кажется, что ты сейчас поставил себе 2-9, и у тебя ДПС упал. Ну, это что-то посмотреть. А? Ну, там я 10% скиммера потерял. Ну да, это прям вообще капец. Ну, типа, я, честно говоря, не знаю. Я потерял 10% скиммера с магии, но я апнул крит от этого, от укуса. Что, ну, черт его знает, что там из них, да больше, нет, я не тестил так много. Оно же не скейлится, у тебя крит же не накладывается, что типа там условно там вот этот весь крит расширяет химеру твою, а так он тебя статично увеличивает химеру от Т8. Не-не, у меня крит просто с дотки, что она теперь умеет критовать. Ну да, но мне кажется, это такое, похуй-то, по-моему. А фиг его знает, ну я просто надо тестить, я этим не занимался. 20. Я взял ради стат, я сейчас собрал себе больше арпа и кинул сокеты в Агеву, апнул за этого АП и апнул себе крит. Я такой, что по тесте 2Т9 плюс 2Т8. Плечи, перчатки, нет, плечи, штаны, а Т8, голова, тело. Дуат пока в Даларан, суманим годлика. Хорошо. Арп теряешь. Тихо, тишка. Точно раз. Что вы не отсюда? Когда вот просто ты теряешь арп, что честно Т8 нету с арпом, плечей нету ни Т8, ни Т9. Ай, ну и Т9 честно тоже нету. Ну да, да. У тебя арп только в голове. Да, блядь, вы такую хуйню обсуждаете алголона, типа. У нас, смотрите, в чем фишка? А чем? Мы я так понял, сова привык, типа, ну, у нас просто рейд не может так быстро подниматься. Еще нету хилов столько хосты, чтобы так быстро поднимать рейд. То есть, не, последний раз мы не поднимали рейд, потому что у нас милики просаживали сильно. У нас милики не должны просаживаться. Это да. Окей, возможно. Потому что мы начинали просто не там, у нас милики лутали урон, который не должны были. Стартовать нужно, как мы с тобой столкнулись. Как мы не получаем урон, если стоит пернатый, ложит нам кару, мы перебегаем туда, да, я убегаю. Да, естественно. Он поэтому мы сейчас... Он метки там, в принципе, все нормально? Метки он нормально, нет. Держит. Знаете, еще какая тактика есть? Поэтому просто сейчас начнем с другой стороны. Знаете, какую еще тактику видел, пока этот Шова не подошел? Там бегают по краю, типа по кругу. То есть танк ведет алголона. Ну, кара появляется, и сразу они бегут. Еще такая тема есть. Ну, вообще, типа, этот, а если поставить и миликов, и РДД в один кэмп? Ну, блядь, ну слишком много людей, то есть они будут своими фреймами, вот, ну, сова толстая, стоит заслонять, и красную эту херню можно не заметить. Ну там вообще не от анонса, дело. От анонса зависит все, то есть три кара появилась. Шова тут? Она через 4 секунды прилетает. Так там даже не в этом дело, просто условно может все три этих кинуть в милизону, а может все три в этот, чтобы еще ДПС не терять. Понятно, что тут босс про выживаемость больше, но все равно. Репаты, пирекс, не вот и мимо, Эвангрис, Убутер, Полюшка. Шова подошел. Пек, нет, будь лучше. Да, Шова тут, я поэтому арчей дал. Ну кто за бафами, Андрей, заходите. Лангрис, Краш, Пурикс и не вот и мимо остались. Стой, офните. Давай ты так же ставь метки на те звездочки, которые играют. Да, я сейчас просто за тобой буду бегать, ты беги. Кто из звезде, с которой да, просто на...
Начнем вот отсюда, а дальше, как скажешь. Хочется его или нормально, на самом деле, выбираешь их. Как хочешь, это не важно. Просто я хочу, чтобы у нас первая кара здесь я лежала. Понял, я просто думал, вот видишь, я с этой начинал всегда, вот этой, которая здесь. А ты сказал потом с другой начинать. Я думал, вот той с противоположной там, сзади, типа. А ты вообще вон про ту. Не, я с этой стороны имею в виду, да. Ой. Лангрис краш. Ты кудлик заебал, бля. Ты че, припоты себе купить и поты не можешь, блядь. Полюшка, подходи. Лангрис краш неутомимая, блядь. Ну, а в какой-то момент за это можно уже ЕПшку просто давать. Ну вообще да, ну типа, ну у нее нихуя ни того, ни того. Она еще масло, типа, про него люди забывают еще. А эти пласки, тем более на мейне. Держать надо. Лангрис, краш и неутомимая, три человека. Так, Лангрис пришел. Неутомимая с крашем стоят. Все покупают и никто не ноет. А что со звука, подожди? Почему он тебе хлома? Потому что он 26-й. Неутомимо подошел. Краш остался. Краш, давай быстрее. Что вы еду-то не кушаете? Кудлик, Раштеш, Полюшка, Шова. Давайте поставил еду. За боссом покушайте. Все, все тут, последний чек на пол. Начнем. Я вам забагался, все готовы? Пурикс. А, ты бы мне. Только хотя бы отчитай так. Пурикс готов. Могу так насчет три. Что там, конечно? Пурикс. Да нет, просто вот так вот. А Пурикс-то готов? Подождите, стоп. Нет, сегодня не бьем, не пуляем. Блять. Пурикс, ты тут? Блять, его нету. Минус припод, блять, минус босс. Ладно. Ну, Пурикс опущится, блядь. Понятно, вылетел. Изука есть на замене. Да. Шкаф. Поставьте здесь шкаф. Только лучше на краю. Здесь можно сумонить? Да, здесь можно. На мосту нельзя. Пирекс уже зашел в игру, верните его. Не принимай Изука пока. Пурикс, не лагаешь тут в Дисе? Все, ок, пишет. Все, ок. Полюшка. Все готово. Все, даю ДБМ. Ну как же бездарно вы полете. Согласен. Поехали звезды. Берегитесь. Кара отбегаем. Гудлик сразу. После взрыва встанешь. Пиливайте. Я знаю сейчас. Лагерь, прижмись. Встал Гудлик. Следующие поехали. Берегитесь. Кара, перебежали. Сейчас кара взорвется. Звезда. И последняя. Умрете. Без гудлика дальше бьем. Захиливаем.
Заводите созвездие. Заводите. Кара, перебежали. Одну зергаем сразу вот эту. Сразу зерганите ее. И суровый, готовьтесь. Готовьтесь заходить. Сейчас захиливаемся и заходим. Заходим. Следующая звезда. Заводите. Все, ложимся. Кто не успел зайти, плюсаните вот в этот суровый сейчас первый. Вроде все зашли? Не, Колюшка. И Лангрис. Лангрис. Ну, Лангрис, ШП-шка у него. Ты ШП, символ на тучку есть. ШП не заходит вообще никогда. Оба ШП. Танки, оба ШП. Я нормально зашел. Символ черкни на тучку есть у тебя, чтобы откатывалось между суровыми. Бежим. Я когда попал в этот в дыру, я юзнул там шпу выжить. Не надо. Потому что когда кара у нас появилась, блять, мы бежим направо, и там сразу взрываете нам звезду под ноги. И я и краш-тест попали туда сразу же. Открывайте интерфейс, у кого над звездами полоски нету с их хп, открывайте интерфейс. У меня есть полоска над звездой. Все, у кого нету, открывайте интерфейс, имена, индикаторы противников, поставьте галочку. Просто клавиша F, B точнее. Значит, очень внимательно смотрите, где находятся звезды. Когда звезда умирает, под ней появляется черная дыра. В нее нельзя раньше времени попасть. В нее заходит только на суровый удар. Быстрее бежим в это время, пока мы это болтаем. Бежим до босса. На спринтах там обязательно, если у кого есть. Если лог первый прибежал, сразу в шкаф. Те, кто последний бегут, сейчас суманем. Пока еще сейчас с лишним у нас есть. Гудлик, заслон от темной магии на взрыв звезды. По КД отжимай. Все локи. По КД отжимаем. Разбойников нету. Давайте рыбу. А ничего, что мы до первого сурового сняли только ему 10 лямов. Это нормально. У него сколько лямов? 30? Мы его должны убивать за 2 суровых, ну если что. С чего ты взял? Ну откуда такая инфа? У него берса на 4-м суровом на 360-й секунде. 4-й суровый ваншот и трейд. С чего ты взял, что мы должны в половину времени укладываться? Откуда такая информация? Да нет, по берсе мы точно проходим. Мы проходим. Берса просто... 6 минут. Мы типа за 90 секунд сняли 10 лямов, то есть треть. Чинис, не забывайте, от чего сдыхают? За 4,5 минуты он типа с таким темпом умрет. Чего еще сдыхают? 1,5 минуты останется. От чего сдыхают? Первое, не успевают забежать от суровые, вот черную дырку от сурового. Второе, от кары отбежать не успевают. Ну и третье, созвездие убивают. Все, больше тут ничего не убивает. Танков тут не шотнет априори. Потому что босс понерфлен. Так, давайте танки. Та дыра, которая будет стоять ближе за боссом, ее не закрывайте. Чтобы РДДшникам было проще в нее забегать, и не нужно было через полкарты нестись. У нас может быть из-за этого просто даже кто-то умер. Просто потому что не добежал. Этот, Рос, короче, ты это самое, знаешь, чем займись? Вы с тем танком заводите созвездие. Проследи, вот три созвездия, которые заводят, там анимация пропадания их запоздала немножко, секунд на 5. Я знаю. Так я держу как его, Алгалона, а Хрипаты заводят на ДКшке, мне проще. Ну вот, на Хрипата. Мне на Протике не очень удобно заводить этот. К той дыре Хрипаты подбежишь, в которую не заводил созвездие, чтобы люди перед Суровым начали бежать туда. Чтобы были ближе к дыре, чтобы 100% все успели зайти. Полюшка и Рейс. Нажимайте. Язык непонятный.
Все готовы. Давайте отчет. Все. Все готовы. Никто не пулит, я буду, все. Я со страха на просил, не дал. Поехали первую звезду. Кара, бежим. Следующую звезду поехали, захиливаемся. Самолет. Взрыв. Медиков. На следующую протопал и дальше через одну. Быстрее лопаем, да? Кара, мелизона, танк. Кара. Идеальный корнес и ресы. Последнюю добиваем. После взрыва. Да ты взорвал под ноги. Нет, это вы не отошли. Дальше одну звезду. Подбиваем до половины. Готовьтесь, суровый. Вон дырку видите? Заходите в дырку. Подходите ближе. Сейчас суровый скоро начнется. Подходим ближе. Подходим ближе. Заходим. Выйдем, звезду сразу зерганем. Скайп, вставалка есть? Я в дыре лежу. Все, давайте. Меня просто звезды убивают и все. Ложимся, ложимся заново. Пурикс, я тебя просил заводить одно созвездие. Ты не пробовал заводить? Напиши. Или скажи в DC. Пробовал? Ага. Это может все-таки по-старому поиграем? У нас-то мы 7 лямок хотя бы видели. Что ты имеешь в виду? Да, мне кажется, по-старому будет лучше. Потому что мы хотя бы как-то жили. Сейчас это вообще полная жопа. Смотрите сами. Я предлагаю как по-старому просто поиграть. Все. Ну, когда два хила падали сразу. Я понимаю, что тут хилы не кибератлеты, они не могут так поднимать. Да. Если мы можешь поставить на ХПС каждый бой, тут просто нет такого отхила, который нужен. Да нет, там поэтому просто... Поэтому такая тактика, но... Там просто говорит. Два созвездия, блин, надо просто... в хила. Надо тогда отдавать раньше сейчас. Сакры. Потому что мы первые две не отдаем, и мы не прохиливаем. Да, я же говорю, первые две не надо. Отдавать. Первую скипаем, вторую отдаем. Третью скипаем, четвертую отдаем. Первые две там не надо, а на третьем уже выходит это. Три созвездия. Уже... Тебе сейчас как хилы говорят, что тяжело. А хил еще есть в рейде у кого-то? Эршам. Mm-mm. Нету? Mm-mm. А у Валка есть? У Валка есть, да. Спекайся. Зачем тебе? Ну, покидает, на Корнеса покидает щит. Щит земли. Давайте не вот с холиком, есть, бутер есть. Доце лучше. Бутер есть лица? Есть, но без шмота. ШПшный шмот. Понятно, ладно, не надо. Так там же ДЦ сюда мимо. Или что, у него лучше ДЦ? А, у Лангриса 6 еще спек, разве нет? А у него кто? Ну, холик. Лангрис, давай тогда ты ДЦшку, неутомимый в холика, а в Валк оставайся в инхе. Давайте попробуем. Ну, просто Эршам не хилит. А холик хилит. Да почему у Эршама ХПС как у холипала? Ну, Эршам тоже хороший будет, но на просадках как бы холик действительно хорош будет. Холик, короче, за Корнесом... А Сауешку здесь будет захиливать. Лангрис, так. А кого из них тогда из пати скинуть? Эрдрушника для тотема, чтобы были два приста? Или какого-то спала? Не, Эрдрушка сядет в тамане точно. Может тогда кого-то спалов?
Одного из, да, одного из палов. Шову скидывай. Шову давай. Шову тогда, да. Не рекомендую. Шова, брат. Я из вас единственный любезный с 5% маны для группы. Все хорошо. Тогда Карнес? Не, идеальный тоже. Не, идеальный тоже форма. Ой, песня. Че, Карнеса тогда? Эльф, короче. Не, оставь, как да, есть. Не, идеальный все, эльф. Все нормально, да. А, у нас есть хил с 5%. Короче, Холик неутомимый, играй с Ивова по этому, по Карнесу, потому что его шоты это три звезды вот эти, которые появляются, танки не успевают. Танки и Пурекс, обратите внимание, вот когда появляются живые созвездия, три штуки, еще когда они в воздухе, уже тогда Пурекс, просто бросаешь все и таунтишь, и все, пока ты нажимаешь ЛПшки на них, на вот эти хуйни. И потом уже начинаешь заводить, когда они спускаются на пол. Да, унитаз, кстати, поставьте, примите огурцы себе на всякий случай. Очень полезно. А этот неутомимый отдашь на первую, как он называется? Скажи мне, я тебе скажу. Дух воздаяния. И как вот эта параша? Спас крылья. Да. Если символ. Стоит у тебя символ на минуту, который оставляет, типа, если не сработает. Вот на него отдашь, короче. А Шова, ну я не знаю, Шова как-то 50 на 50 прожимай, короче. А дальше просто себя оверхиль на следующий, когда еще три будут появляться. Еще раз проверка. Кросс. Все готовы, давайте. Таймер. СС раздавайте. Кто кому раздавал. На друидов. На остальных. Когда? На минуту, но впереди дам. Ну потом, ага. Перебатый, стань правее. Поехали, звезда. Как можно быстрее зергаем ее. Чтоб больше времени было похилить ее. Берегитесь. Перебежали, Карм. Че, захилим? Главное на фул, стараемся захилить. Зергаем. Взрыв. Следующее. Поднимаем пока. Не звезду. Хорошо. Берегитесь. Кара. Поднимаем. Последний объем. Сокро. Вы. Кара. Умрете. Пурик сорезаю, сразу вставай. За боссом дырка. Смотрим, в нее надо будет заходить. Кара. Кастеры ближе подошли к порталу. Подходите к дырке. До половины на дот идти звезду. Потом выйдем за разобьем. Все, к дырке подходим. Суровый скоро, готовимся. Блять, а Пурикс как второй раз сдох? Пурикс, как ты сдох? Добежали. Напиши в чат. Да, не было ребафа. Точно, две звезды было. Сокро. Сокро. Карнес. Нету. Шова. И скоро вторая будет, захиливаемся. Прям сейчас. Там сокро есть, все взрываем. Скай тотем на ману, бутер гим на ману. Следующий взрываем. Кара, перебежали. Забирай с меня. Угу. Звезда в РДД. Следующую взрываем. Заводите созвездие. Те, все, кто свободны, милики. Кара отбежали. Кара перебежали. Следующая звезда. Все, кто били со мной, умерли, я так понял, да? Все умерли, да. 6 человек мертвых. Забежали.
Верный. Так, а что она мне... А, припадаю. Скар, выбегайте. Стакнулись помет? Так, и сколько у него? У нас больше нет ДД, у нас умерло всех много. Да, падаем, 40% еще долго бить. Ну, нужно как-то попробовать, чтобы, блядь, не умирали. Фурикс, а чего там? Что-то, мне кажется, кара была. Черт, да он, ну, там типа после вставания у него не было ребафа. Да, расправил. Там, понимаешь, там кара была 20 тысяч, это он просто взлетел. Ну, по кара... скорости взрыва нормально, если люди сейчас будут меньше лутать его, ну, почему половина выжила, а половина нет? Кто-то где-то затупил. От кары подальше просто. И свои сейвы какие-то прожимайте. Падаем. То, с чем вы сейвитесь, падаем просто. Че, сейвитесь, заходите. Бежим. Ну тот же ДКшник, Пурикс тот же, если видишь, если ты, допустим, даже не успеваешь кару пробежать, просто прожми зеленку, она тебя спасет. Дживс перед боссом поставлю, не ищи чинить. Все локи, все 4, сколько, 5 локов под взрыв, просто по КД под первый, и все остальные по КД отдаете заслон от темной магии. Очень хорошо помогает силам. Подспорье хорошее будет. Мастер аур только один, да? Ну, два. Нужно меня только. Ну, мастер аур, по сути, смысла нет так. Если только в промежутке, когда мы не даем эту. Первые две звезды ничего не даем. Просто на захиле. И дальше через один сокры три штуки. А между ними, когда не даете сокру, можно мастера ауры воткнуть.